И снова здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Значит, что мы имеем? У нас за год минус Крестория, минус Люминария. Таким образом, остается только Зерейс и Астерия. И как вы уже видели по последнему анонсу, послезавтра Астерию окончательно смешает с говном. Потому что у нас, конечно, такое не водилось. Но весь сюжет идет так, что это, в принципе, их дерево. И они собираются вот таким вот извращенским образом продолжить Radiant Mythology 3, тупо вернувшись к истокам. Я вот эти новеллы не читала, но вы сами можете убедиться, что у нас, в общем, все идет по этим обложкам. Переходим в третью фазу. Из него скоро получим мистера плохую концовку. Это уже однозначно, даже если там возможны варианты. И что хуже всего, сейчас этим накроет наша Хвастерия, к которым мы за 8 лет уже прикипели, потому что Астерия в тупике. Там уже что только не случилось. Там и мана замерзла, и мир Лазарес переделал, и все прочее. И Дюк уже приходил, сказал, что его мир давно грохнут, а это автоматом означает, в общем-то, вот это. И да, про портки вопрос тоже. Еще раз внимательно смотрим, что у нас тут вообще с тем, что они такое. Этот high level. В общем, они будут, несмотря на то, что две демонять не закрылись, они теперь переделают оставшуюся, что мы имели, в исконную демонятню. С отражением этой демонятни еще в Терноног. Будем как-то считать это дальше. Насчет Эстель я не знаю. Никто панику не поднимал в Астерии за 8 лет по поводу того, что она такое. Живет себе там, она спокойно и живет, принцесса Виндорская, родственница Ричарда. И что будет с Эстель, когда накроет Астерию оригинальной версии, скажем так, их данных? Это непредсказуемо, что будет с ним, ну, в принципе, мы видели в Крестории. Даже если там возможен рут, как я уже говорила, бал или астарот, это все равно дуальность, и мы ничего здесь уже не выиграем. Вот теперь уже ничего. То есть дело даже не в том, что коготь натворил по непонятно чьему приказу во времена Интелестия с вот этим вот дублем в лучах, а в том, что нас просто сейчас накроет лором тех, кто первое дерево создал. И поскольку Астерия происходит в одном из семян этого дерева, ну, известного как Лазарес, наше семя известно как Лазарес, наш кластер мировой, то это только логично, что сейчас прорастет совсем не то, что мы хотели. Намка, наверное, считает это уважительным отношением к материнской серии, но большинство фанатов материнской серии были совершенно не в курсе, про кого эта материнская серия, какое место Весперия занимает в этой материнской серии. То есть ответ на вопрос, почему все сейчас так плохо во франшизе, потому что читайте вот эту сказку правильно. Теряете покой и сон вообще. Спасибо за внимание.